что? Станислава, нужно освободить сзади места. Аня с этого. Тут такая Яна это... Бернарда этой. Ты, Ирине, пойди, скажи и спозируйте мне, как вы выходите из костюма. Я вас сниму. Да. Машина. Не, не, ну что, вы вдвоем, чтобы прошли. Не уходи. Юра, потенциальные клиенты. Будем рады. Потенциальные клиенты. Да, занимаемся. Я сразу стол. Шикарно. А юбки посмотри, какие. Составы. Юбки. Будем знакомы. Ой, какая красота. Ну, сейчас Светлана продемонстрирует. Свет, достань, пожалуйста, покажи свет. Хочу поближе. Сейчас, я извиняюсь, секундочку. Ну, здесь в салоне, а у меня все травы. Кира, привет. Юра, ты сюда. Свет, и ты, ты нормально. Кира, сюда. Если это все будет у вас на сайте. Кира, ты с этой стороны. Чего ты туда пошла? Кира, это я, Юра. Ира, Света, поменяйтесь с Ирой. Гостей в центр поставки. Ну что вы, ёшкин кот? Ну. Вот, Юра, ты там. Все нормально, да. Свет, иди вон туда. Свет, иди там, где была. Иди на стол. На стол? Шест я не сделал. Вы разговаривайте, я все сделаю. Я даже пальцем покажу. А это самое... Эти жилеточки, я так, женские или детские? Женские. Еще они будут бусинками обшиваться. Это женские костюмы. А есть концертные, чтобы блестели? Краковские какие костюмы? Бусинками почему? Где будут? Краковские. Во-первых, ну вот один костюм пришлось просто его подпороть, потому что надо тут подкорректировать. А, верно, да? С бусинками там что-то. Нет, просто бусинки еще не нашиты. Бусинки не нашиты. На тебе. Нет, они есть, конечно. Да, сейчас еще можно, да, сейчас еще что-то приготовить. Краковские знаешь какие, да? Ой, с юбки цитировать или нет? На леске и на этой самой. Нет. Накупили на леске, начали уже пошили, все начали Сейчас я вот здесь смотрю. Вот она, здесь хуже. Да, вот раз, краковские папиры. Да, потому что девочки не было, сказали на меня. А когда на девочке больше подростки, у них совсем другое настроение. Подобрали, тут чуть-чуть видно подкрачить теперь. Это у вас краинцы? Муж краинцы. Это тоже жена, тоже для мужа, да? Краковские, все понятно. Света у нас, кроме всего прочего, занимается сумкой. Берите, пожалуйста. Свете, чуть-чуть поближе. Не Света, а к Свете. Да, поставлю, чтобы они не мешали уже. Это пакет. Я понял. Значит, Света у нас, мы пробежали просто мимо, значит, компьютерный класс. Я бусы свои потеряла. Где? А, компьютерный класс. Я вот такую версию видела. Вот Света отвечает как бы за компьютерный класс. Вот. Ну, на самом деле, условное деление. Вот. Но у нас здесь два клуба. Один клуб вот именно... И еще просто тоже шхерка. Сейчас забылась. Завидую голубой завистью. Голубая тоже бывает. Розовая. Белую слышала. Да, постарше женщины. Ну да, там розовая. Типа кокошников тоже. Мех тоже берёмся делать. Спинка вот эта. Трикотажная. И кисточка такая. Я бы звоняю. Так, ну... Получается как?
Ну, у нас как? У нас по-разному получается. В данный момент как у нас получается? 8. Это вот Станислав скажет, ну, знаю, как у нас в данный момент получается. Нет, я говорю, вот примерно стоит. Пошиво. Да. Пошив разный цена. Это по пошиву, я же Юра. Там зависит от того, как строчить. Если краковскую, пошить с краковскую юбку, вперед, когда вы используете. Не надо ничего крутить. Я это проверяю, куда оно крутится, вперед или назад. То есть тут вопрос стоит даже не в том, сколько это будет стоить, вопрос стоит в том, как это будет выполнено. Нажимаю. Почему? Потому что тут можно подойти с другой стороны. Дошла, вот так самой ценовой. Если... Пошла запись, видишь? Угу.